Мелос Ресорт Отель, то мы плавно перешли в него. Ресепшн второго отеля, который находится рядом. $433 Family Deluxe. Турецкая женщина тебя заманила. Ванная комната. Здесь душ, душ тропический. Сейф. Есть чайный уголок. Два дивана. Балкон средних размеров. Вид на море боковой и на территорию. Мы с вами вон там смотрели первый номер. Потом мы прошлись к морю. Главный ресторан. Сладости, фрукты, есть нектарины, сладости опять. Хороший выбор. Рис. Баклажаны. Курица. Вареный картофель, мясо, котлеты, пожалуйста. Ой. Здесь у нас пусто. Вау. Салаты и нарезки. Зелень. Большой выбор. Вегетарианцы, любители свежей зелени, будут довольны. Отель Мелас, Holiday Village и Resort. Они находятся рядом, находятся они в регионе Сиде. Концепция у них all inclusive. Крутая территория, зеленая, большая. Анимация одна, территория общая, ресторан каждый пользуется своим, Wi-Fi везде по территории бесплатно. Корпуса ресорт ближе к морю находится, каскадная постройка, каскадами. Мини-бар в ресорте каждый день пополняют. Эконом чуть меньше, чем стандартный номер, примерно 20 квадратных метров, а стандартный 22 квадратных метра. Есть променад между отелем и пляжем. Также есть номера Family Deluxe, дискотека у них до 2 часов ночи, 3 а-ля-карт ресторана, один раз в 7 дней можно посетить бесплатно один ресторан. Пообедали в этом отеле, все было очень вкусно, хороший отель, рекомендую его.